Приветствую вас. Давайте мы с вами разберем ваш вопрос. Вы пишете, что моей жене не нравится, как я реагирую. Порой нервничать начинаю, настроение меняется, грубость. На то, что я чем-то занят, и она лезет со своим разговором или подобное. Чтобы отвлекать меня, я начинаю возмущаться и не понимать, почему так делаю. Я ей объясняю, она не понимает, что она сделала не так, чтобы к ней так отнеслись. Но когда она сама так делает, начинает нервничать или негатив показывать. Я у нее спрашиваю, что она так реагирует, пропадает настроение с ней общаться, то она говорит, что она такого сделала. Почему с ее стороны это нормально, а с моей это плохо? Так что с ее стороны, что такого в этом нет? А с моей, будто я к ней плохо отношусь. Я не знаю, как проще сказать, извините заранее. Спасибо. Ну, Михаил, в первую очередь здесь не совсем понятно, чего вы хотите. Тут у вас какой запрос к психологу? Вы хотите свою жену поменять? Или вы хотите себе разобраться больше, чтобы не нервничать, например? В чем ваш вопрос? Ведь жену-то вы вряд ли сможете поменять. Она такая, какая есть. Вы можете изменить свое отношение к этому, ну вот к тому, что происходит. А к жене вряд ли. Ну, то есть, отношение жены вы измените вряд ли, на мой взгляд. Поэтому вот я не очень здесь понимаю, чего вы хотите. Мне кажется, что помимо того, что есть определенная причина, по которой вы нервничаете и вот вы пишете, настроение меняется, и вы становитесь грубым, есть определенная причина, то есть вы ее поведение воспринимаете как какую-то агрессию, посягательство на себя. И вы так себя защищаете. Но вопрос, на мой взгляд, заключается в том, от чего вы себя защищаете. Ну, как бы, понимаете ли вы, что вы себя защищаете от, по сути, самого близкого человека, пока что, в вашей жизни, вот. Почему нужно, да, себя от, ну, от него защищать? Причем вот прям, ну, прям защищать. Это мне, честно сказать, не совсем очевидно. Поэтому, на мой взгляд, я бы вот здесь, конечно, поисследовал бы эти аспекты, как минимум. И, в общем-то, постарался бы увидеть, что происходит. А дальше, на мой взгляд, вот по моему мнению, ключевая ваша проблема, одна из, по крайней мере, ключевых проблем, заключается в том, что у вас с женой нет понимания, даже ощущения нет того, что вы личности. То есть вот ваше общение, оно какое? Вот
Это общение кого? С кем? И с кем? Это общение двух личностей, которые уважают друг друга, которые, ну, ценят друг друга, понимают друг друга, или это общение мужа и жены. Вот вы говорите, что ваша супруга, да, ага, по сути, лезет к вам с разговорами. Вы говорите. Ну, у меня к вам вопрос. А что это за разговоры? Понимаете ли вы, насколько ей, ну, важны эти разговоры? Тогда уж. То есть отдаете ли вы себе вот в этом отчет? Потому что если нет, то понятно, что вы будете воспринимать ее поведение как вот что-то такое, да? Надоедливое. Что-то такое вот, ну, неприятное для себя. И вряд ли, может быть, в этой ситуации иначе. То же самое, в принципе, как я думаю, касается и вас. Доносите ли вы до своей жены, что для вас значит то, что вы делаете, ваша деятельность, ваши дела, о которых вы говорите и пишете. Ведь, может быть, ваша жена просто не понимает значения того, что вы делаете. Совсем не потому, что она не хочет понять. А, может быть, потому что вы никогда об этом не говорили, например. Может быть, потому что вы никогда ей этого как-то не объясняли. Может быть, потому что никогда об этом не заходила речь. Может ли такое быть? Как вы считаете? Может ли такое быть? Как вы думаете? Вот это то, что меня интересует. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Сформулируйте, пожалуйста, свой запрос. И выбирайте себе психолога и начинайте работать. Я думаю, что вам можно помочь. Только для начала нужно понять, с чем именно помогать. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего доброго!